Всем привет и огромное спасибо, что смотрите мой канал. Особый респект тем, кто пишет комментарии. И так как это влог о моей жизни, я сегодня решил рассказать, показать в этом видео свой обычный будний рабочий день. Как он происходит от начала и до конца. Вот сейчас 7:30 утра, и я возвращаюсь уже с пробежки. Встаю в 6:30. Полчаса на раскачку и в 7 выхожу на пробежку. Где-то в 7:45 примерно я заканчиваю, там плюс-минус 5-10 минут. Вот сейчас заканчиваю пробежку и иду домой. Сейчас контрастный душ, завтрак, старшего в школу, младшего в садик. Поехали. Ну, какую ты сейчас хотел? Америка, Европа, Китай, Дима, вылетай. Дима, вылетай. Кого хочешь, выбирай. Так, ребят, у нас 8:20, мы уже приняли душ, позавтракали. Вот, Тёмыч пошел в школу, а мы с Тимой едем в садик. Мы со вкусняшками и с шариками, потому что у Тимы на днях было день рождения. Тим, сколько тебе годиков исполнилось? 5. Да, молоток. Нам 5 лет. И вот у нас сегодня простава в садике. Оп-оп-оп-оп-оп, нас пускают, Тим. Спасибо. Вот наш садик. Заходи, заходи. Тим, как твоя группа называется? Непоседы у нас группа. Тимошек, пошли. Вот у нас тут, смотрите, так, как тебе оформили. Встречаю. Заходи. Ой! И подарим ему вот такой подарок, очень красивый, от всех деток, да? Поздравляем! Поздравляем! Ну вот, отлично, подарочек подарили. Да, пластилин, будем лепить. У нас еще вот что есть у Тимы. Тима же уже большой, 5 лет. Да. Бейджик у нас, Тимофей Коршунов, 5 лет, группа Непосед. Во! Ну все, давай, пока-пока, до вечера. Сейчас надо переодеться, взять рабочие вещи, там компьютер и так далее. Я переоделся, собрался по рабочему, компьютер в багажнике. Опять же, целый багажник яблок надо раздавать на работе, друзьям завести. Время 9 утра, прекрасный солнечный денек. Сейчас покажу. О, солнышко встает. На улице плюс 3 уже, будем, думаю, разогреться где-нибудь до плюс 5. Едем на работу. Да, играет, кстати, моя, одна из моих любимых групп моей молодости, Def Leppard. Вот парни зажигали, не то что сейчас электронная музыка. Ладно. Долго нельзя, а то забанят за авторские права. Вот, по радиостанциям хотел сказать. Слушаю в основном две радиостанции. Это Радио Зенит и Бизнес FM. Ну вот, так мне интересно. Просто музыкальные и развлекательные уже не особо интересно. Ну, иногда Лав Радио, там прикольная музычка бывает. Ну и Радио Рокс иногда можно поколбаситься. А так, Радио Зенит и Бизнес FM. Слушайте. Причина в действии гормона кортизола. Он, как известно, влияет на наши воспоминания. Иногда помогает что-нибудь запомнить, иногда наоборот, нарушает процесс. Однако стресс, вызванный физической активностью, вроде бега, как раз улучшает память. Поэтому ученые рекомендуют студентам в перерывах между подготовкой к экзаменам быть физически активными и отказаться от компьютерных игр как средства расслабления. Это все новости к этому часу, Юлий. Поняли? Пробежка способствует улучшению памяти. Во как. А у меня тут трабл небольшой. Вот вынужден камеру держать руками, потому что у меня отломался крепежик, который я вот сюда вот фиксировал. Он у меня упал на керамическую плитку, и вот один кончик отломался. Надо где-то такой крепеж найти, а то в
машине камеру теперь не закрепить. Вот смотрите, еще хотел показать. Ну, наверное, кто в Питере, те многие видели. Вон, видите, рисунок на электробудке. Сергей Бодров. Вообще классно нарисовали. И вот тут как-то несколько месяцев назад какие-то, извините, уроды, другого слова нет, взяли аэрозольным баллончиком и испортили портрет этот настенный. Но потом, слава богу, восстановили. Так что вот не надо делать плохих поступков. И дальше у нас за этим заборчиком вот Александра Невская лавра. На самом деле мы вот ездим это в обыденности, да? Каждый день на работу даже не замечаешь, мимо чего-то проезжаешь. На самом деле вот центр Петербурга, да? И такие исторические места. Классно? Надо, кстати, будет зайти как-то уже тоже. Давным-давно не были в Александра Невской лавре. А вот сейчас двигаюсь по Обводному каналу. Вот пересечение Обводной и Кременчугской улицы. И вот, вот это здание высокое. Обводный, дом 30. Я здесь когда-то отработал 2 года в алкогольной компании менеджером по оптовым продажам. Алкоголь продавали. Вот это было лет 16-17 назад, наверное. 17-18 лет назад. Вот. Да, и вот пока еду, хотел еще такой момент показать. Смотрите на дорогу. Это мы сейчас на Обводнике. Отлично все закатано в асфальт, сделана разметка. Как говорят, что власти уже начали тратить бюджет, ну не тратить, что ли, как правильно сказать, реализовывать на подготовку дорог в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас у нас конец октября 2016, ну вот уже типа подготавливается город, чтобы не в последний момент все, как у нас любят, да, дотянуть до последнего, а потом, как у колотой в одно место, там, по ночам в морозы класть асфальт, как обычно бывает, который через полгода там весь спучивается и колом встает. Так что вот, дороги уже многие в Питере приводят в порядок, что очень отрадно. Не могу не отметить то, что сейчас конец октября, и у нас стоит вот такая сухая и достаточно теплая, наверное, осень. Ну, может, не очень теплая, но что главное для нашего питерского климата, что она сухая осень. И вот сегодня вообще супер такой еще солнечный денек. Вот подъезжаю к работе, уже плюс 5 показывает градусник. И вообще, ну, радует осень. Не то, что лето. Лето было ужасно дождливое, все заливало регулярно. А осень, тьфу-тьфу-тьфу, на редкость сухая, приятно. Ребят, подъехал на работу. И, как обычно, полный багажник яблок. И сейчас будем делиться с коллегами. Здорово. Привет. Скажи всем привет. Всем привет. Короче, ну так что вот, ребят, я приехал на работу. Все, начинаем работать. Ну, слушай, надо посмотреть договор, что в договоре прописано насчет вот этих возвратов на самом деле. Но если час будут всего досчитывать к фактическому, ну, наверное, это... А почему они вообще добавляют чего-то? Так, а если им задать вопрос, ребята, а вот покажите, из чего формируется эта стоимость? Семик, пойдем? Угу, пообедаем. Давай. Ну, мы вышли на обед, и так как работаем в центре, то как бы... позволяет выбор, выбирать разные заведения, где можно покушать. Куча всяких кафешек. Река Фонтанка за моей спиной. А мы ходим тут в близлежащую кафешку. Мы последнее время что-то подсели и полюбили вот кафешку «Парашют». Ну, вроде так ничего. Приемлемо кормят, прилично даже. Так, ну мы заказали обед. Пожалуйста, вот. 21-е, это что у нас? На выбор выбираешь какой-нибудь салатик, какой-нибудь первое, какое-нибудь второе. Ну, напитки дополнительно. Но мы напитки, как правило, не берем, потом на работе чайку. Конечно. Какой-нибудь вкусняшкой. Еще бы. Так, суп забыл показать. Мы его такие голодные, быстро смолотили. А вот мясо. В принципе, нормальный, хороший кусочек мяса.
с гарниром и с салатиком. Ребят, мы достаточно быстро и вкусно поели. У нас еще остается время на прогулку. Мы сейчас ходим где-нибудь, проветримся. И вот спасибо этому дому. Да, кстати, пока кушали, Челси, Манчестер уже пару штук отгрузили. Зашли в торговый центр. Замена... Ой, короче, старые часы у меня. Вот эти. Артем сейчас в них ходит. Батарейку зашли поменять. В первую мастерскую зашел, 500 рублей замена. Ну, швейцарская батарейка, ретиновская. Во вторую мастерскую зашел, 450. А вот в третью этого парнишки 400 рублей договорились. Мы, соответственно, пообедали, прогулялись. И вот все, пришли на работу. Работать! Так, ребят, ну все. Мой рабочий день закончен. Уже время 8 час. У меня, правда, график не нормирован, но уже пора. Вот уже все сотрудники ушли. Просто хотел зафиксировать мое рабочее место, показывать и рассказывать подробности, какие-то о нюансах работы. Не хочется, да и не особо это весело. Вот, просто хотел показать. Смотрите, есть еще у меня собственная голливудская звезда, а также грамота о присвоении премии «Оскар» за главную мужскую роль. Ну, девчонки нас так поздравляли с 23 февраля. Смотрите, на улице уже темно, уже 8 час. Так что и мне пора уже двигаться. Ну все, одеваюсь, обуваюсь и домой. Передачу хотел сделать, Евгений Чернов, а мяч с ноги сорвался и улетел. Вот, ребят, почему люблю радио «Зенит»? Да, вот еду с работы домой, уже подъезжаю к самому району, тут в пробке толкаюсь. И идет игра, да, «Зенит» Оренбург играет. Нет, зачастую, естественно, на буднях нет возможности посмотреть игру по телевизору. И вот спасибо такой радиостанции, которая онлайн транслирует как и на самом деле футбольные матчи, так и хоккейные. Вот, правда, реально их что-то в этом году подкосило, у них летом была какая-то реорганизация. Сменилось, половину программ пропало, больше половины ведущих пропало. А было это все на очень высоком профессиональном уровне. Ребята раскладывали там игру как до матча, как и после матча. По косточкам, детально, со всеми нюансами. Ну, действительно, профессионально, нравилось. Реально послушаешь передачу и в теме, и находишься в теме. Вот. А после реорганизации, конечно, состав абсолютно другой, передачи многие исчезли, расстроили. Летом вообще одну музыку гоняли, не было никаких трансляций. Вот. Ну, будем надеяться, что подтянутся до уровня предыдущих вещаний. Итак, спасибо, что вот дают возможность вот так онлайн послушать на игру. А особенно если ведущий кайфовый, то можно вообще реально погрузиться. Погрузиться в игру. Ну ладно. 1-0. «Зенит» пока выигрывает у Оренбурга. А завтра идем на хоккей «СКА Слован». Смотрим. Ну, я подъехал к дому, вот уже на парковке. Сейчас домой, переодеться, поужинать. Время 8 вечера. Тимошика в 9 секций забирать. На ушу сюда в школу рядом ходим. Так, ребят, я пришел к школе забирать Тимоху с секции. Пришел чуть пораньше, как обычно, ситуация такая. Нельзя, типа, чтобы школа была открыта просто так. И тренера закрывают школу на замок, чтобы никто тут не ходил, пока идет тренировка. А после тренировки открываем. Но мы поступим старым школьным способом. Перемахнем через забор. Мы уже внутри, слава богу. Вторая дверь открыта. Нам бездно разрешили чуть-чуть снять тренировку. Два. Ниже. Вот так вот. Два.
Тима вот такой загруженный день. Утром садик до обеда, да, Тим? Куда ты сегодня днем ходил с мамой? На хор. Ходили на хор, а вот вечером тренировка по ушу. Вот, ну все, мы переодеваемся и дуем домой. Надо детей максимально загружать, чтобы были всегда заняты каким-то хорошим делом. Так, выходим с тренировки с Тимошкиной. Вот запомните эту фразу. С одинаковой почтительностью к королю, учителю и отцу. Ну вот так, ребят, сейчас 9:20, вот забрал Тимох с тренировки и домой. Сейчас уделить какое-то, ну, с семьей пообщаемся. И где-нибудь через часик, через полтора спать, 10:30, 11:00. Ну все, спасибо за просмотр. Всем пока, увидимся.